И как ни странно, сейчас более счастливая, чем была раньше, потому что у нее прибавилось денег, у нее появляется заначка, она, если хочет, она может работать и учиться, она может успеть совместить карьеру с личной жизнью и в 40 лет выйти замуж, и сейчас выглядеть на 20-40 стало правилом хорошего тона. Поэтому женщинам стало жить веселее, по крайней мере, те, которые забарахлялись, теперь, наконец, могут шить, вязать, вышивать и использовать свои таланты. Те, у которых ничего не было, в кризис накупили, теперь переступают через свои запасы. Те, которые не умели готовить, наконец начали готовить. Те, которые никогда в жизни не копали, в связи с кризисом начали высаживать хотя бы петрушку и укроп. Нам не скучно жить в России, женщина никогда не будет здесь бездельничать.